Привет всем зрителям журнала «Около спорта». Сегодня мы расскажем об одном из самых зрелищных и аристократичных видов спорта, входящих в олимпийскую программу. Нешуточный накал страстей, холодно-расчетливый взгляд, молниеносная реакция во время атаки и звон закаленного металла. И все это называется одним словом – фехтование. Смотрим наш сюжет. Секция фехтования у нас очень серьезная. Существует она, я вам сейчас скажу, уже где-то порядка 50 лет. То есть у нас вот такой, наверное, вот в ближайшее время надо будет вот поточнее посмотреть документ. То есть у нас около 50 лет эта секция существует. Она довольно давно. Вообще у нас вуз в этом плане уникальный. У нас вуз вообще очень спортивный. Очень любят спортсменов. Многие спортсмены в разных видах спорта у нас и учились, и выступали за наш институт. Ну и вот, в частности, секция фехтования, она у нас, конечно, одна из самых сильных. И вот эти традиции у нас еще остаются. Ну вот у нас учились в нашем институте вот Виктор Кровопусков, я не знаю, ну, может быть, вы слышали, но это очень серьезный спортсмен, 4-кратный олимпийский чемпион. Вот. Ну вот из таких, ну, таких достаточно серьезных спортсменов, там Ольга Стаценко, Строганова, то есть это, ну, чемпионы Европы, то есть там призеры мировых первенств. Ну и вот, пожалуйста, вот недавно это Гафурзянова Камила, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, тоже училась в нашем институте. И вот последний Рио-де-Жанейро, прогремела у нас Ольга Кочнева, третья. Место в шпаге заняла в команде. И Алексей Черемичнов выиграли они золотую медаль Олимпийских игр. То есть это все достаточно серьезные спортсмены. И вот они за нашу сборную выступали очень многие годы. С нами тренируется в одном зале вместе Яна Егорян. Она двукратная олимпийская чемпионка в Рио. Естественно, она вдохновляет нас на все это дело, показывает нам пример, к чему нужно стремиться, для чего мы работаем. Так, ну, основной атакующий прием фехтования – это выпад. Ну, от атакующего удара, понятное дело, надо защищаться. Начали. Профессиональный спорт – это стиль жизни. Профессиональный спортсмен, он отдает себя спорту не только в зале на тренировке. Он делает это на протяжении всего дня, всей недели, всего месяца и всего года. Интеллект, психология, ну и плюс физподготовка. Если идешь, идти до конца. Если вы хотите серьезно заниматься фехтованием, идите, записывайтесь в секцию. Берите цель, идите к ней, не сдавайтесь. Ни на чем не останавливайтесь, всегда двигайтесь вперед, работайте над собой. Желаю вам успехов, если вы решили создать фехтование. И человек выбирает путь, а путь выбирает человека. И вот я желаю тем, кто вот посмотрит этот репортаж, что-то у него внутри шевельнется, чтобы он вот встал на, чтобы путь фехтовальщика избрал именно его. Милости просим нашу секцию.